Это не надо, это потом отдать. Размерчик Эльга. Это для тех, кто носит этот размерчик. Я вас чуть попозже приглашу на нашу сцену, и вам с удовольствием вручу футболку и даже две ручки Балтийского государственного технического университета Военмех. Вот, как-то вот Дальний Восток просто замечательно, а Ближний как-то тут совсем плохо. Ну что, если вы готовы продолжать, тогда я вам хочу сказать, что в свободное время от учебы здесь, на последнем этаже главного корпуса, проходит своя творческая жизнь. Здесь есть очень много творческих коллективов, о которых сказал ректор Константин Михайлович. Среди них отмечается студия эстрадного вокала, которой руководит солист Мариенки. Здесь есть студия танца. Здесь вы найдете все себе по душе. Для этого нужно прийти в УКВН и посмотреть, записаться, сказать, что я хочу, и на безвозмездной основе, то есть даром, ходить и быть активным в творческих коллективах, участвовать в фестивалях. Помните, что тот, кто живет активной жизнью после занятий, тому легче учиться. Это проверено временем. Поэтому сейчас я хочу вам представить один из коллективов и вновь окунуть вас в мир танца. Танец из латиноамериканской программы.